Людмила Максимова большую часть жизни носит гордое звание жены офицера. Говорит, есть что вспомнить. Вместе с мужем проехала добрую часть страны. Выезжали и за рубеж. Приходилось жить в Афганистане. В Афганистане прожили два года. Муж был советником в афганской армии. А жен брали, с советником можно было брать жен. Мы были в Чехословакии 5 лет, в Солнечногорске на курсах выстрел. Ну, потом хотели на свой Северный Кавказ, но остались в Самаре. В Самаре прошел первый в истории города форум для инвалидов и людей серебряного возраста. Вместе с другими его участниками Людмила 4 дня жила в санатории. Отдых на лоне природы и лечение чередовались с насыщенной развлекательной программой. Обучение, оздоровление. Спортивные мероприятия, мастер-классы. То есть жить в обществе именно благодаря вот всем-всем поддержкам, которые у нас существуют. И материальных, и моральных, и физических. На площадке также обсудили социокультурную реабилитацию и адаптацию, защиту гражданских прав лиц пожилого возраста и инвалидов в современном обществе в условиях COVID-19. Форум прошел при поддержке администрации Самары. В планах сделать его ежегодным. Мария Ильина, Василий Колдашов. События.